В общем, тот самый случай, когда хочешь не хочешь, а в карму придется поверить. В общем, была такая история. Заказал себе магнитолу, и она была не совсем адекватно работала, сама башка. Вот. Ну и, естественно, я ее заказывал через Озон, отправил потом в Китай за свой счет. Но, правда, деньги вернули. Заказал другую. В общем, пока ждал эту голову, вот, она все-таки пришла. Посмотрел, внешне коробок был запечатан. Ничего не предвещало беду. Ну а дальше смотрите саму распаковку. Вот такая вот история. Будем, наверное, заказывать третью голову. Итак, распаковочка. Посмотрим, что тут положили в комплекте. Шла в районе 20 дней. Здесь вот брак. И кусок целый отвалился. А так, в принципе, стандартная голова. Нужно будет еще проверить ее. В общем, вот так вот. Не доехала посылка. Корпус поломан. Досадная несправедливость, конечно. Ну, Почта России, вернее, Озон доставлял. Есть вот такой вот переходник. Переходник под антенну двойной. И связка проводов. Антенна. Ну, в принципе, и все. Весь комплект присутствует. Будем надеяться, что она все-таки будет работать. Ну, хотя вот этот вот внешний вид. Здесь вот пленка еще. Защитная. Да, печально. Тут вот куча обломков. Три основных осколка. Не хотелось бы за такие деньги клеить. Но то, что есть. В глаза это будет очень-очень сильно.